Юпитер. Справа это у нас Европа. Да, опять нам дымка все перегадила. Справа от Юпитера Европа, слева идет Ио. Вот он вылез в кадр, влез в кадр Ганимед. И сейчас совсем-совсем левее должен быть Каллисто. Отщепенец. А вон он, еле-еле его видно, да? апреля. Двадцатый год. Харьков, 50-я параллель северной широты. Вот это даже ничего. 4.41 по Киеву. Лучше, чем можно было надеяться при такой-то дымке. Засвет, конечно, пересвет. Но это лучшие настройки, которые у меня сейчас получились. 700 миллионов километров сейчас до нашего Юпитера. Так. С Юпитером разобрались. Где Сатурн? Сатурн буквально здесь. Сейчас будем искать. Да, маленький совсем экранчик. Вот он, вижу уже. До Сатурна 1,5 миллиарда километров. Да, тут дымка вообще не дает даже кольца отдельно от Сатурна смотреть. Досадно. Ну, в принципе, так. Еле-еле душа в теле, видно даже, что это не сплошной овал, эллипс. И какие-то намеки на кольца есть. Ну, погоду не выбираем. Так, а Марс у нас получится. Это внизу уже фонари. Так, что-то я поймал.
Ну, судя по цвету, Марс. На то, чтобы навестись на него при всей его близости 200 миллионов километров, я даже не надеюсь. Зараза. Никак не получается выудить. Ждать, пока он сам в кадр залезет, что ли, поднимаясь над горизонтом. Больше толку, блин. Ну, вот он наш красавец. Ну, это у нас искажение съемки или просто фаза такая у него сейчас, интересно. Половина освещенная слева. Ну, по идее, да, солнце сейчас слева. Ладно, ветер еще поднялся ко всем нашим удовольствиям. Свет. А, видно, какая дымка, да? Ужас. Вокруг Луны прямо сияние. Надо сейчас попробовать с Луны начать. Потом уже на планеты перейти, а то это ловля. Блох. Так. Что-то какая-то расфокус какой-то. Ну ладно. 13 апреля 2020 год, Харьков.